Колено 90 градусов, трех- и четырехсекционное. Предназначено для изменения направления дымохода и поворотов дымоотводящего патрубка дымовой трубы. Выпускаются элементы с тремя и четырьмя секциями. Четырехсекционное колено имеет более плавный изгиб и больший радиус поворота. Все элементы выпускаются из нержавеющей полированной стали 430 марки толщиной 0,5 и 0,8 мм. Раструб формируется методом холодной вытяжки металла. На продольных швах используется лазерная сварка, на поперечных – контактная сварка. К основным преимуществам колена 90 градусов стоит отнести герметичность элементов, четкость геометрии и надежность стыковки. Важно! В исключительных случаях, таких как нормативное регулирование, предписание производителя, следует учитывать угол поворота, их количество, радиус, а иногда и предписанное количество секций в каждом повороте. Например, для газового оборудования на дымоотводящем патрубке допускается применение трех таких элементов с четырьмя секциями с углом поворота 90 градусов и расположением их горизонтально, и обязательно радиус поворота должен быть не менее диаметра трубы.